Казанский федеральный университет с каждым годом поступает все больше иностранных студентов. Очень важно помочь им адаптироваться в новой для себя обстановке и выучить русский язык. Именно поэтому до обучения на профильном направлении у них есть возможность поступить на подготовительный факультет. Здесь они не просто изучают язык, они погружаются в новую для себя культуру. Ежегодно Казанский федеральный университет проводит олимпиаду для студентов подготовительных факультетов со всей России. Как отмечают сами участники, это отличный способ попробовать свои силы и проверить знания. Мы подвели итоги и наградили лучших из лучших. Наградили ребят из многих стран мира, там порядка 35 стран принимало участие, то есть ребят, которые учатся на подготовительных отделениях различных вузов Российской Федерации. В рамках олимпиады были представлены несколько блоков заданий. Задания на знание русского языка и специальных дисциплин в области гуманитарных, естественно-научных, технических и медико-биологических направлений. Yes, I will prepare for this, Я готовилась к олимпиаде. Не скажу, что задания были слишком сложными или легкими, но помимо органической химии, она достаточно сложная для понимания. Конечно, было чуть-чуть сложно, но мы рады, что мы активно участвовали и уже выиграли. Сама олимпиада проходила в два этапа. Первый – заочный, второй – очный. Для Казанского федерального университета проведение олимпиады – возможность привлечь потенциальных абитуриентов. Уже в июне им предстоят вступительные экзамены, а значит, время выбора подходящего вуза все ближе. Мы друг с другом разговариваем, и у нас тоже есть как маленький клуб. Это официальный клуб, это просто клуб наших друзей. Вечером мы с ФМС 1 час просто практикуем по русскому языку. Отметим, что жизнь слушателей подготовительного факультета не ограничивается занятиями. Студенты знакомятся с русской культурой, развивают свой творческий потенциал и занимаются наукой. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.